Так, теперь давайте изобретем вот здесь два таких лепесточка. Так как я не знаю, как это делать, то я буду пробовать, естественно. То есть Shift A, как я понимаю, Shift A, мне нужен будет план. Plane. Сейчас я его отодвину. Так. И попробую сделать так. Ctrl R. Сначала вот так разделить, а потом Ctrl-R, штуки 4, штуки 4, да. Далее я возьму вот эти две и вот эти две, начну делать типа лепесточка что-то, S по Y. Так. И вытяну S по X. О! Не все захватил, да? B. Здесь. И здесь. Мы сейчас сделаем следующее, чтобы нам не путаться. Мы сейчас возьмем вот этот B и скажем, что нам нужно Alt-M в центре свести. Вот так. И этот тоже B. Alt-M в центре. Все. Теперь мы можем вот эти раздвинуть. Соответственно, это будет S по X. Ну, где-то так. Далее вот эти и вот это. Мы тоже раздвинем S по X. Ну, пусть пока так будет. Так, и я сейчас возьму еще S по Y сведу. То есть приведу вот в такое состояние. Угу. Допустим, теперь полностью, если я это выделю, как объект мод, да, я смогу тогда ее сделать поуже. Если я по Y буду делать, то вот я сделаю именно такой, какой мне нужен. Допустим, вот так. Так, прекрасно. А далее, воспользуясь тем, что у нас есть ребра в середине. Вот это. Нет, сначала вот эти два ребра возьмем и поднимем их G по Z. Вот так. Поднимем. Ну, я не знаю, надо ли мне здесь еще делать Ctrl-R. Видите, оно не все тут делается. Ну, интересно, что вот эти два не соединились. Так, есть команда, которая соединяет это все. Мне надо ее найти. Ну ладно, пока нет. Так, дальше. Тут вроде все нормально. Опускаем вниз. Е по Z. Так. Дальше еще раз Е по Z. Дальше S. Сдвигаем сюда. Поднимаем немножко наверх, чтобы не такая толстая была. И говорим Alt-M, Alt-M, коллапс. Таким образом она все вместе свела, отлично. Ну а дальше просто еще уже у нас, как бы мы сейчас возьмем Subdivision, да, вот видите, Subdivision мы взяли. Скажем ему 3,
здесь 3. Мало того, мы еще пойдем в объект-мод и скажем smooth. Таким образом мы получили очень неплохую такую вот поэтому мы сейчас с вами развернем ее немного, будем подгонять сейчас. Так, у нас геометрия где? Set Origin по геометрии, отлично. R разворачиваем. И начинаем G подвигать. Вот так. И немножко S. Вот так сделаем. Так, ну-ка, ребро. Большое ребрышко сделаем. Вот так вот. И S. Таким образом у нас получился очень неплохой листочек, который мы сейчас еще раз развернем. И при желании мы можем это делать, если мы согласны с этим совсем, да? Говорим, что apply. Или же подождите apply. Можем пока отключить apply. Пойти так и взять вот это точки вот тут точки вот эти точки и немножко их выдвинуть сверху смотрим ниже вот так не совсем равномерно было уж а эту точку которая мне помешала вдруг надо ее удалить. Вот так. Ее удалить. Эти даже мы можем чуть-чуть опустить. Да, я думаю. Либо Z. Вот так сделать. Отлично. Ну. Три. Вот, теперь у нас очень красивая такая штука получилась. И мы ее теперь скажем, что у нас объект set origin будет в 3D-центре, а у него уберем все трансформеры. И скажем теперь mirror. Но мирон по Y, а X оставим. Вот. Дальше мы продвинулись немножко с вами. Да? На этом пока закончим. Хорошо. До следующего видео. Пока.